Вам не кажется, что в комнате стало слишком жарко? Ох, похоже, что на VP Drop вышло летнее обновление. Ну и сразу же открываем кейс загар, и нам выпадает какая-то шляпа. Попробуем еще раз. Воу, вот такая шляпа мне нравится. А теперь кейс дача. И нам выпадает отличная летняя панамка. О, нам, кстати, подарки подвезли из-за летнего апдейта. Можно снова лутать 3 подарка за депозит от 150 рублей. Не забудь 2 раза крутануть барабан бонусов по моему промокоду под роликом. И по такому же принципу получи бонус к депозиту. Ссылка в описании. What? Я что вижу? Ага, стрелочку вижу. Мне нужно фотографировать стенки, чтобы увидеть направление. Направление? Новая версия единственного зрителя. Это тоже охуенный. О, еще один. Блять! От кого избавиться? Что он ее заставлял делать? Я не могу двигаться. От чего избавиться? Я погиб? Фотоаппарат хранится теперь в кладовой. Блять, я думал, фотоаппарат нужно выкинуть. А если я не смогу попасть в кладовую сейчас и буду без фотоаппарата? Что-то да. Ебануться. Окей, я смогу попасть в кладовую. Я не понял вообще там. Я думал, надо что делать. Я думал, сейчас сдохну. Ой, лол. What? What? А что с выключателями? Сука, блядь, это не я тебя убил, дурочка! Она теперь меня, блядь, игра стала, что внезапно суперсложная. Она теперь бегает, и у меня света нигде нет. Блин. Да, блядь, сука тупая, это не я тебя убил, что ты меня преследуешь? Блядь, дура. Куда мне идти вообще теперь? Ну, блядь, ну тупая, сука, блядь, дурочка. Не понял. What? Вот это реально страшно было. Пизда. Что за картина? Я не вижу, я не успеваю, даже если я замечу, я не замечу.
Я не знаю где. Но это полная хуйня, это вообще уже как-то супер сложно, кстати. Ну что такое? А, теперь ты левитируешь. Я не могу ни с чем интерактировать, я не могу фотоаппарат прожимать. Блять, пропали две! Что? Алло! Come on! Я в тюрьме, бля. Сейчас все пропадет. Ты своего, бля, голубя ешь или ты его ломаешь? Ты чё? Строго без стиль-то, девочка. Пиздец. Она ему шею свернула. Да за шо? Шкаф. Блять. Значит, фотоаппарат все-таки работает на нее. Ай, блять, иди! Почему я умер на ровном месте? Откуда он взялся? Что он делает? В этой игре какие-то смерти непонятные, вроде все нормально было. И тут я вдруг умер резко, он просто появился. В смысле? Блядь, я не понимаю, сука! Он невидимый, это единственное, что я понял. Я его вижу только когда я умираю. Да блять! Ну ебаный скример! Пошёл, блядь. Нашел. Ну как это понять? Где он, слева, блять? Сзади или спереди? Как я должен определять? А чё он не рычал? Вау. Ну где он? Наконец-то! Пиздец. Привет, ты не поверишь, но я сейчас под столом у тебя сижу, и у тебя воняют ноги. Ты одни и те же носки целый год носишь. Нет. Чи или не чи? Нет! Все нет, все строго нет. Я носки меняю раз в два дня или раз в день даже иногда. Если я в тот день побегал. Так что не чи. Пиздец, вот что это такое? Я не понимаю, ска. Я не разумею, я не понимаю. I don't understand. I don't understand. What is this content? Сука, не понимаю. Строго не понимаю. Кто я? Где я? А, теперь-то дверь открылась, потому что деревяшку убрал. Я не врубаю. А, лол, чё, откуда я знал? Откуда я знал, что дверь... А, я забыл, окей. А как я еще должен помнить, кто я вам? Та-дам! Вот это головоломка! Сложно вырубай.
Вот тут вообще, бля, напряг, все извилины. Окей, опять. Наконец-то! Блядь. Привет, Виталяш. Ответь на вопрос, когда дрочишь, что бормочешь. Хи-хи-хи. Хи-х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 и-
Чел, это ты ломишься с вопросом своим? Прикиньте, блядь, у вас в квартире, да, какая-то дверь, ну, закрытая, там начинает кто-то из нее ломиться, хотя вы знаете, что вы один дома. И вылетает чел, да, и вот таким голосом спрашивает: когда дрочишь, что бормочешь? О, строго. Мне зайти поговорить с ним? Я не знаю. Окей, я захожу, привет. Просто забрал меня в небытие. Я заебался в потемках, конечно, ходить. Блять, вот. Эти скримеры, это вообще пиздец. Почему у меня опять стабильность на низком уровне? Что произошло? Наконец-то. Ванная комната, батруам. А я куда иду, блядь? И зачем подсказывать? Сделал же... Сам я, по-твоему, не нашел бы, не? Я куда, по-твоему, иду? Я ж слышу его здесь. Или не это ванная комната? Да ё-моё! Почему они постоянно от меня прячутся в тех местах, куда я не иду? Вы заметили? Я постоянно иду, но не в то место. Ща помолодеем. Он ей челюсть вырвал? Или она сама себе? Пиздец какой-то, блять. А чё, у меня есть теперь плюс челюсти? Или что? Нет, она пропала. Я думал, у меня новый предмет в инвентаре будет. А, окей. Куда? Даже отдаленно непонятно... Что, где, как, почему, за что, кто. Берем костыль. Флешка! Флешка! Хуя себе, флешка длинная. Я могу двигаться? Долгая, я хотел сказать, а не длинная. Кстати, я так и не понял, а кто главный герой? Там в начале игры какой-то чувак застрелил, походу, семью, а потом себя. Но я так и не понял, кто главный герой в этой семье. То есть есть бабка и дед, есть... дочь, микрочелик, жена, ГГ. Мэби это ГГ? Он выжил после того, как себя застрелил? Хуй его знает. Так, а что происходит? Почему все черно-белое? Почему все стало, не знаю, в 40-х годах?
Блин, мне не нравится так. Но я быстро двигаюсь. Бля, что со мной? Что со мной? Что со мной? Я телевизор? Не сюда. О. О. Мне не нравится, что я сломанный телевизор. What? What the fuck is this? Что там? Oh, it better not be what I think it is. What is this? Who the fuck are you? What? There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Those little fucks. You think you can find one of me? Окей. Ракан это получается тот чел, который застрелил всех. А кто тогда главный герой? С Ракана игра начиналась. Don't you fucking move, I swear to God! В смысле? Stop right there! Ты меня видишь? What? What? Please! Жижич! No! Окей, этого Жижича я один раз видел. А кто такой Жижич? Лор этой игры непростой. Есть, короче, какой-то чел с лезвиями, который всех с ума сводит. Я не знаю, мне кажется, он бабку тоже с ума свел. Есть какой-то Жижич? Не понимаю! Это игра! Я должен примерно почувствовать, куда мне пойти и что мне сделать. Примерно так почувствовать, потому что, ну, по факту, ты не можешь знать. What? Это еще что? Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.